Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в британском парламенте. Теперь премьер-министру предстоит найти консенсус по Брекситу со всеми партиями. Палата общин выразила доверие этому правительству. Я готова работать с любым депутатом, чтобы провести Брекзит и помочь парламенту сохранить доверие британского народа. Доверяют Терезе Мэй 325 депутатов, а против проголосовали 306. Теперь премьер-министру предстоит провести переговоры со всеми партиями, чтобы все-таки найти консенсус по Брекзиту. После подсчета голосов она предложила парламентариям начать личные консультации с ней в тот же вечер. Ранее парламент отказались утвердить согласованный Лондоном и Брюсселем план по выходу Британии из Евросоюза. Его критики считают, что предложенный механизм сужает возможности страны по заключению новых торговых соглашений и ограничивает ее суверенитет. Разрыв назначен на 29 марта, и если стороны не договорятся, Британии грозит так называемый обвальный выход без четких условий. Есть и другой сценарий – отсрочка. Как сообщила The Times, Европейский Союз готов отложить Брекзит до следующего года. Противники выхода, в свою очередь, надеются на новый референдум, хотя его результат по январским опросам непредсказуем. Тереза Мэй ранее заявляла, что ни отмены Брекзита, ни отсрочки его не будет. 325.